Итак, очередной реплейчик на бачате этот раз и рейтинговый бой. Выбрал тактику засвет сейвовый. От центра хочу высветить там три ПТшки. И понимаю, что они где-то будут в горе, в кусту, там на горе. И вот хочу их высветить из центра, потому что с СТ-фланга их не высветишь никак. А получать на картоне я не хотел. Здесь я никого не увидел. Подъезжаю поближе. Здесь сейчас обнаружу ФВшку на горе. Выдаю в нее там весь барабан. Сначала фугас, потом две ББшки. Здесь прилетает мне от вафли лишняя тыка. И прилетает еще от вафли вторая тыка. Минус 1000. Вот. Но зато теперь знаю позиции ПТ-шек ценой своей жизни. И понимаю, что они, если сейчас опять вылезут на эти горки, они меня заберут, поэтому откатываюсь на дальняк. У нас сейчас будет происходить долгое стоялово. Такое стояловское стоялово. У нас сзади стоит AMX, 30-й прототип. Сейчас мы его обольем грязью. Вон я его увидел, охренел. А он еще ругаться сейчас будет. О том, что ему мало света. Ну, дно днищенское, что сказать. Написал ему там, его охарактеризовал. Вот и пытаюсь как-то выцелить эту вот ТТ-шечку. Но в итоге сейчас ее заберем. Подъеду поближе, дам тычку. Наш AMX пишет, что он ПТ. Здесь промазал. Куда-то в здание попал. Блин. Но ее заберут. Его заберут. Все, дальше такая же тактика. У меня высветить из центра ПТ-шку. Две. Как-нибудь отыграться. Вот как преимущество у нас сейчас. Как бы по танкам. Вот наш ПТ-шка. СТ-ПТ выехал. Танковать, нагибать. И в итоге его разобрали, как тузика грелку. Все, отлетает в ангарчик. Такой чудик вообще, чудик вообще чудесный. Ну и правильно, нефиг таким тут делать. Вот, сейчас уже у нас идет проигрыш танком. Я как бы стараюсь светить, в другое время хочу базу взять, но и вот у меня весы такие, что сделать. Лучше, конечно, светить, потому что базу начну брать, они все приедут на базу, и там будет печалька. У нас ЛТшка светит в кустах, в принципе, неплохо она так светит, их заезд. Вот, и гриль его прикрывает, и вторая ПТшка там тоже прикрывает. Так что я вот долго думаю, время идет. Каким-то макаром сейчас засвечу, пересвечу. Они тоже думают, что делать. Вот, пересветил я вот объекта. Скрываюсь от тычки, скрылся я. Ему ничего не получится вылететь у меня. Сейчас скроюсь от второй тычки, вот скрылся. Ну что ж, везет сильнейшим, очередной раз повторяю. Приехал на базу все-таки. Приехал. Подсветил ПТ-шечку. Вот. И сейчас уйти от засвета сейчас надо. С двумя снарядами катаюсь. Ну, собранность такая, что кнопку перезарядки даже нажать не хочется. Сейчас собранность максимальная, концентрация.
жду эту ПТ-шку выезда, двух выстрелов забираю ее, она меня, ну, может, да, может, нет. Но она не выезжает. Она не выезжает. Беру базу. Счет пока такой, 2-3, не в нашу пользу. Вот. Время идет. Наши там что-то воюют. А вот меня подсветил эта СТ-шка, и улетаю я срочно. Но она упарывается на нашу вафлю. Хорошо так упоролась. Счет равненький. Светил вторую ПТ-шку. Ее забрали. И нашего туренка забрали. С моей помощью уже 2700 по засвету. Как бы да, надо ехать в атаку. У нас преимущество. Но никто не хочет смещаться. Все стоят по позициям. Вот и забрали очередную ПТ-шечку, остается одна. Но наши также продолжают стоять. Остается минута. Тут подъезд у меня такой красивый. Оба-на. Вот и... Надо срочно что-то делать. Он-то будет сейвиться по максимуму, тащить на ничью. Но не хочется. Хочется победы и очечков хочется за рейтинг. Ну и я вот по горам, по долам, по кустам тут что-то делаю. Тут-то из кустов засвечивает нашего гриля. Это вафелька. И его забирают. Вот он, КД. Я тут поспешил выстрелить, но ничего. Беру его в автоприцел. Наваливаю ББшек ему. И ухожу от атаки. Пытаюсь позвать нашего, потом смотрю на секундомер, а там уже 10 секунд. То есть или пан, или пропал. Вот опять в трубку куда-то попадаю. И меня он не забирает с одного выстрела. Я успеваю за одну секунду добрать его и сделать победу. Очень необычный бой, очень необычный. Полное стоялово, до конца прям доиграли. И в конце жирная такая точечка от меня. Жирный восклицательный знак даже. Вот. Вот. Все хорошо было. Мне понравилось. Всем спасибо за просмотр. До следующих встреч.